Уже после подведения итогов в правительстве мероприятие продолжилось в здании Театра оперы и балета. Там начальник Приволжского регионального центра МЧС России Игорь Паньшин вручил знамя главному управлению МЧС по Саратовской области. Накануне состоялась церемония крепления полотнища знамени к древку. Крепление знамени – это древняя традиция, возрожденная в современной России. Она символизирует причастность к созданию реликвии всего личного состава. Это знамя является знаковым воплощением всего коллектива традиции МЧС России и лучших духовных качеств, присущих сотрудникам. Знамя – это не только символ Главного управления МЧС России по Саратовской области, но и его реликвия, особо почитаемая и оберегаемая.